Добрый день. Сейчас находимся в столице Австрии, в Вене. Когда сюда ехали, нам сказали, главное в Вене это взять, как он называется? Шницель. Ну, если да, побывал в Вене и купил его. Не знаю, мы еще не пробовали. Вкусное, невкусное. Но мясо подается обязательно у них с лимоном. У них нет соусов, у них нет кетчупов, чисто с лимоном. Ты можешь присесть?